Да, самсу будем готовить, короче. Самсу будем готовить, короче. Так, это у нас тесто. Духовки. Духовка будет? Да, это вот это. Так, вот противень. Это у нас, значит, у нас тесто уже готовое, да? Готовое, да, слоеное. Слоеное, да? Да. Вот так. Это у тебя скалка специально для этих вещей, да? Да. Такая вот маленькая. Такой. Так, у нас здесь это мясо уже, оно маринованное, да? С чем вообще мясо здесь? Маринованное, короче. Специи, лук. И лук маринованный, короче. Так, значит, у нас мясо баранины, лук. Специи какие здесь? А? Другой берем. Специи какие? Специи кориандр. Перец черный, соль и все. И, короче, все. Может. А это курдюк, да? Это курдюк, да. Сейчас мы его так кладем в середину. Угу. И... Треугольник. Треугольник. Хорошо. А тесто обычное? Бездрожжевое или дрожжевое? Без. Обычное тесто. Вот так. Масло помазали. Ага. Два ряда. В общем, вот так треугольники складываем. Угу. И в духовочку, да? Да, и в духовочку. Так, хорошо. Самса готова. Ну-ка, сломай один. Сейчас. Что, хочешь это? Поднимать, да? Да. Бисмиллахиррахманиррахим. Откроем. О, машаллах. А, курдюк. Курдюк. В центре внимания. Да. Да, вот он этот мясо. Вообще его есть этот. Как вообще правильно? Его надо так ложкой есть? Ложкой можно есть. И да. Так есть, да. Вот а, как ложкой. По кайфу, да? Да, как тебе. Самый такой процесс сейчас жевательный. Посмотрим, что у нас здесь получилось. Вот, видишь? Да. Просто. Это по-узбекски. Да. Вот бомба. Курдюк. Вот курдюк. А шеф-повар. А, вот он курдюк. Да. Это изюминка, да. Изюминка. Да. Так что. Самый сок. Самый сок. Можешь вот так ломать. Подписывайтесь. Будет еще много интересного видео.